С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов компании Ята. Код товара YT12685. Набор на 100 предметов. Отличием от обычных универсальных наборов является тем, что в данном наборе есть электроотвертка. Далее я и покажу. Ята — производитель Польша. Набор профессиональный. Масса отзывов положительных о наборах Ята. То есть хорошее сочетание цены и качества. Набор поставляется в пластиковом кейсе. Сверху идет упаковочная коробка из картона. Информация: 100 предметов, 2 рабочих квадрата, 1/4 дюйма, 1/2, 2-3 щетки, хром-ванадиевая сталь, материал изготовления инструмента, 72 зуба, 3 щетки, то есть мелкий шаг. И указывается также электроотвертка. Прокладка между крышками такая идет. Это инструкция к отвертке электрической. И начнем с комплектации. 2-3 щетки, 72 зуба, мелкий шаг. Трещотки в наборах Ята не прямые идут. Рукоятка не прямая, видите, немного идут изогнутые. Длина трещотки под 1/2 дюйма у нас 260 мм, под 1/4 160 мм. Трещотки 72 зуба, мелкий шаг. Сами трещотки разборные, то есть внутренний механизм можно обслужить или заменить. Реверс есть, присутствует. Право-лево переключение и быстрый сброс головки. Нажатием кнопки быстро меняете. Рукоятки комбинированные резинопластик. Черный цвет, это тут даже не полностью резина, а скорее всего прорезиненный пластик. То есть напыление сверху, черный цвет. Так, Т-образные воротки. Два воротка под 2 квадрата. 1/4 и 1/2 дюйма. Вороток под 1/2. Если вы снимаете переходник, получаем удлинитель 250 мм. Сам переходник вы можете использовать, кроме того, что он используется как Т-образный вороток, для перехода с квадрата 3/8 на 1/2 дюйма. Еще один удлинитель под 1/2 дюйма, 125 мм. Под 1/4 дюйма у нас 3 удлинителя. 55 мм маленький, 100 мм и гибкий удлинитель для труднодоступных мест, 150 мм. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Есть присоединительный квадрат сверху. Сюда вы можете вставить или трещотку, или удлинитель, или Т-образный вороток. Данная отверточная рукоятка в наборе может применяться или головки 1/4 дюйма вставляете. Также можете подсоединить сюда еще удлинитель для труднодоступных мест. Или через переходник, адаптер, в комплекте он также идет, вы можете использовать биты. Выбираете нужную биту, вставляете переходник и вставляете отверточную рукоятку. Ручка здесь полностью пластик. Головки. В наборе шестигранный профиль головок. Есть головки короткие и есть небольшое количество головок длинных. Начнем с коротких. 1/4 дюйма головки, 13 штук. Самая маленькая 4 мм шестигранная. Самая большая здесь на 14. Это под маленький квадрат. Головки под большой квадрат, ряд верхний. Общее количество 18 головок. Самая маленькая 10. Самая большая идет 32 мм. Вес головки 32 мм, составляет 220 грамм. Надписи на головках. Ята логотип, CRV, хром-ванадиевая сталь, Т
Также номер по каталогу, в данном случае это YT1220 и 32 мм размер головки. Весь инструмент в наборе имеет свой номер. Даже вот на трещотках логотип ЯТА, CRV логотип хромвонадевой стали и, допустим, YT0732. Это вот товар. В каталоге ЯТА вы можете найти любой инструмент, который здесь представлен. Ну и сама отвертка электрическая. Вот она. Какие характеристики отвертки, я не буду сейчас в видео рассказывать. Характеристики вы можете посмотреть на сайте. Там все указано. Так. Есть переключение право-влево. Также вы можете ручку переставить вверх. Нажатием кнопки сверху. Включая. Вот так работает. Также фонарик. И биты идут. Две биты идут на корпусе, закреплены. Также зарядное устройство в комплекте идет. Идет адаптер под биты. То есть вы можете из набора использовать два. Вот здесь покажу вам два такие вот бокса с битами. Общее количество 22 биты. Крестовые, шестигранные, торксы и крестообразные. То есть с данным переходником. Удобная вещь. Собрать шкаф, стол, допустим. Так, зарядку показал, отвертки показал, биты. Также есть в наборе у нас биты под 1/2 дюйма. Вот этот ряд верхний. Шестигранные, крестообразные, шлицевые и биты торкс. Применяются в наборе также с адаптером-переходником. Вот он. Убираем нужную биту, вставляем. Получаем. Все биты промаркированы на кейсе по размерам. Два кардана, 1/4 дюйма и 1/2. Карданы скреплены металлическими вставками. Весь инструмент в крышке хорошо держится, даже с трудом его можно некоторые единицы вытянуть. Это хорошо, потому что инструмент не будет у вас выпадать при закрывании и переноске самого набора. Так, головки длинные. Общее количество 8 штук. Здесь их немного у нас. Самая маленькая идет на 6. Далее 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 самая большая. Плюс две головки свечные. 16 и 21 мм. Внутри резиновые вставки. Комплектация разобрались. Так, покажу еще раз. Это инструкция к электроотвертке. В наборе она идет. По комплектации разобрались. Гарантия на инструмент ЯТА составляет 1 год. Также на электроотвертку. Материал затоления хромвонадевая сталь. Сам инструмент. Нанесение на инструмент матовое. И головки, видите, верхняя часть идет глянцевая. Все хорошо держится. Кейс состоит из двух частей. Посередине имеем завису широкую. Внутри металлический штырь продет. Замки пластиковые. И также металлические вставки внутри. Напоминаем за подписку на канал, за поставленный лайк. При оформлении заказа указывайте подписка. Мы делаем хорошие скидки при заказе в нашем магазине. Так, кейс. Вес набора у нас составляет 6,6 кг. Ширина кейса 38, длина 28, высота 10 см. Видите, здесь логотип ЯТА на верхней крышке и код самого набора инструмента. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, кому это видео понравилось или помогло с выбором набора инструмента. До свидания.